мастерская Деда Мороза открылась в центре декоративно-прикладного творчества. Школьники под руководством народных умельцев мастерят новогодние игрушки и маскарадные костюмы для утренников. И вместе с учениками 32 школ в гостях у Деда Мороза побывала и наша съемочная группа. Знакомство с техникой изготовления игрушек школьники начали с выставки декоративно-прикладного творчества. Их познакомили с традиционной староскольской глиняной игрушкой, вязаными экспонатами и куклами-оберегами. Куклы-пелена, когда рождался маленький ребенок, владелец, ему лёгку клали вот такую, и думали, что все болячки, После увлекательной экскурсии школьники сами попробовали сделать новогодние украшения. Помогали им в этом сказочные персонажи. Слышу, громко кричали деда звали. Молодцы! Вместе с Дедом Морозом в новогоднюю сказку ребятню увлекали Снегурочка и домовой Кузя. Я веселую смешную под названием В мастерской Деда Мороза школьники отгадывали загадки, рисовали. Мастера Центра декоративно-прикладного творчества раздали каждому заготовку карнавальной маски, а школьники должны были на свой вкус раскрасить мордочки быка. Я использовала краски желтые, синие краски, чтобы у меня получился рождественский. Не простой вот бык, а чтобы он был новогодний. Здесь были и красные быки, и символы наступающего года в крапинку, и даже в полосочку дети проявляли все свое творчество и фантазию. У всех школьников получился эксклюзивный наряд для новогоднего утренника. Многие в этих масках пойдут на школьные праздники. А мастерская Деда Мороза на этом не завершает свою работу. Все желающие, кто хочет открыть в себе способности новогоднего мастера, могут приходить в Центр декоративно-прикладного творчества. Мастерская открыта до середины января.